Власти в Кишиневе понятия не имеют, чем живут люди в городах и селах страны. Они слишком заняты политическими разборками и борьбой за свои кресла. Наша партия показала себя как сильная и сплоченная команда. Мы доказали, что коррупцию можно искоренить, а власть сделать прозрачной. Мы продолжим политику конкретных дел. Голосуйте за наших. Вместе у нас все получится. Голосуйте за кандидатов нашей партии на местных выборах 20 октября.